Кёкусин! Киокушин карате! Кёкусин! Киокушин карате! Хожми! Кёкусин! Универсальные стандарты мира! Кёкусин! Разрушительная мегасила! Кёкусин! Хожми! Наша жизнь! Это Киокушинкай карате! Кёкусин сопровождает нас по жизни. Кёкусин, сила духа и правильность мысли делает человека настоящего бойца. С Кёкусином мы по жизни идем до конца. Для меня этот турнир важен тем, что он является последним подготовительным этапом к чемпионату мира, который состоится в конце ноября в Токио. Своё дело, кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку и санчин ката от восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. Битвы до последней капли крови. Делачевский чемпионат масштаб чем был результат. Пентраста луптили если факт дури. Шасси термин при нокауте и соскопом его принципал. Кёкусин, универсальные стандарты мира. Кёкусин, разрушительная мегасила. Кёкусин. Это будет одно из самых грандиозных событий, спортивных событий этого года. Обещает быть около 300 участников, поэтому я приглашаю и вас прийти на чемпионат и поддержать молдавскую сборную. Кёкусин, универсальные стандарты мира. Кёкусин, разрушительная мегасила. Кёкусин. 10 октября в Кишиневе в Институте физкультуры и спорта в спортивном зале состоится открытый кубок Молдовы по каратеке Киокушинкай. Мы пригласили на этот турнир представителей 6 стран. Приедет много участников, много сильных бойцов. Я думаю, будет много очень красивых, захватывающих поединков. Приглашаю всех, кому интересны боевые искусства, прийти и посмотреть. ОС!